Всего на мехзаводе приведут в порядок 14 улиц. Это почти 5,5 километров дорог. Ремонт ведут большими картами. На улице Третий квартал от Красноглинского шоссе до улицы Донской меняют асфальтовое покрытие, проезжей части и колодцы. Все работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая площадь ремонта на этом участке 2000 квадратных метров. Управились за одну ночь. Дороги представляли собой, как бы, были предоставлены в лучшем виде, то есть выбоины, трещины. 5 улиц уже отремонтированы, в данный момент уже уложено покрытие на 5 улиц. 3 улицы находятся в работе, и 6 улиц останется еще отремонтировать. Толщина слоя 5 сантиметров, и выравнивающий слой применяется в тех местах, где он необходим. В Самаре только большими картами в этом году на средства нацпроекта отремонтируют 42 участка дорог. Это почти 34 километра. 25 участков уже приведены в порядок, 7 в работе. Проверяют качество ремонта на всех этапах. Список дорог был утвержден. Во-первых, это пожелание граждан, обращение граждан города Самары. То есть также это предписание ГИБДД города Самары о там, ненормативном или неудовлетворительном состоянии покрытия автомобильных дорог. То есть все это было, все пожелания были услышаны. По качеству выполненных работ в настоящий момент претензий нет. Подрядная организация серьезно относится к своей работе. Уже сейчас ремонт большими картами завершен на 65%. Набранные темпы вселяют уверенность, что все работы будут завершены вовремя и даже раньше. В частности, на мехзаводе 2, 4, 11, 15, 16, а теперь уже и 3 кварталы обновили. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.